Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Абдумалик, и я очень сильно рад видеть вас в нашем канале. Ребята, если вы студент первого курса, а тем более, если вы лидер своей группы, то обязательно поделитесь этим видео со своими одногруппниками, потому что это очень важно, и сегодня мы поговорим об одной очень важной теме, и она называется «Разница между группой и командой». Готовы? Погнали! В этом году наш институт набрал колоссальное количество студентов. Это просто очень много первокурсников. Я в жизни не видел, как институт набирает столько людей. А ты? Ну, иногда такое чувство, что для института нужны деньги для ремонта, для оборудования, ну, к примеру. А я считаю, что дело не в ремонте. Нужно об этом еще подумать. Ну, в какой-то мере ты прав. 65 групп. По моим предположениям, где-то 65 Foundation Year групп были зарегистрированы в этом году. Один серьезный факт. В этом году Сингапурский институт по развитию менеджмента в городе Ташкенте набрал максимальное количество студентов. Если на следующий год мы этот рекорд не обновим. Ребята, не обижайтесь, это просто шутка. Мы Вестминстер почти постоянно обгоняем. А это не важно, мы поговорим про вашу группу. Если вы студент первого курса, а тем более если вы лидер своей группы, то обязательно поделитесь этим видео в своей группе, пусть чтобы ребята тоже посмотрят это очень полезно и облегчит вашу работу. Первый курс, много вопросов, а тем более 6 ноября вы должны сдать свой ассайнмент по IBM. Ребята, у вас очень мало времени, поторопитесь. Смотрите, разница между группой и командой заключается только в одном, и это ответственность. К примеру, группа. Расскажу на своем личном опыте. Группа – это определенное количество людей, так скажем, у которых есть одна цель. Например, закончить Foundation Year. Им не важно, им наплевать на остальных членов этой группы. Я вот должен пройти Foundation Year. Все, я иду, я учусь, я прохожу Foundation Year и все. Если кто-то провалил у меня в группе, я, конечно, переживаю за него, но не так, как в команде. А в команде почти точно так же, но есть одна деталь, которая отделяет его от статуса группы. И это ответственность. В команде каждый член команды чувствует ответственность перед другими его членами. К примеру, в команде, если другие члены команды очень пассивно ведут образ жизни или, например, им скучно учиться в институте, то другие его тиммейты стараются его подбадривать, стараются делать его учебу тоже интересной, стараются его давай, брат, ты сможешь, вместе мы сдадим экзамены, вместе будем учиться, готовиться, все будет круто, все будет супер. Это и есть команда. У них есть одна цель. И они трудятся вместе. Каждый чувствует ответственность перед другими. Статус команды стоит гораздо выше, чем статус группа. Именно поэтому, дорогие друзья, я бы хотел вас попросить перейти от статуса группы в статус команды. Это будет очень сложно, потому что вы должны договориться со всеми. Вы должны сказать, объяснить, преподнести всем. Но если это вам дается немножко сложно, то обязательно поделитесь этим видео. После этого видео, я думаю, что вам будет гораздо легче все объяснить. Итак, ребята, смотрите, расскажу на своем личном опыте. Если бы мы учились как группа, то где-то 90-95% ребят прошли бы, 5-10% остались бы на следующий год. А когда вы работаете как команда, как тим, то все будут работать, трудиться вместе. У нас был такой случай, смотрите, в начале первого курса мы с ребятами договорились. Например, определенное количество студентов будут готовить IBM, определенное количество студентов будут готовить CompSkills. Не-не, вы не думайте, что кто готовит IBM, тот не будет готовить CompSkills. Нет, все будут учиться вместе. Но ближе к экзаменам подготовка делится на определенные департаменты. 4 человека. Департамент по IBM, департамент по CompSkills, департамент по English Plus. И эти ребята ближе к экзаменам собирают всю команду и начинают им делать revision. Revision проходит, то есть повторение будет проводить также и преподаватель. Но после этого все-таки нужен такой период, в котором команда будет чувствовать себя комфортно и друзья будут друг другу помогать. А тем более, когда друзья будут друг другу объяснять, это гораздо легче, потому что ваш возраст одинаковый. И с помощью разных шуток, приколов вы можете облегчить, а даже и ускорить процесс подготовки. В данный момент среди первокурсников есть ребята, кому стыдно, кому просто вот, они сидят, они не могут начать вот говорить просто своим одногруппникам. Им сложно, они стесняются. Именно поэтому в первом семестре у вас есть предмет Communication Skills.
учите очень его внимательно, потому что по ComSkills вы нахватаете просто море знаний, просто колоссальное количество информации. Там очень много разных советов, разных технологий, методов ведения переговоров, выходить из проблематичных ситуаций и так далее. Ребята, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, оставить также свои комментарии и поделиться этим видео со своими друзьями. Ребята, это очень важно, держать всех в курсе. И мы будем стараться максимально ради вас, чтобы ваш учебный процесс был очень интересным, красочным и так далее. Перейдем к теме. Вот как было в нашем случае. Делили топики, и ближе к экзаменам все мы собирали, как одна большая команда, большая семья, и друг друга объясняли, используя самые легкие, самые четкие пути объяснения. То есть за час, за два часа, да, час это у нас, за 2-3 часа мы были готовы объяснить один предмет всей команде. За 3 часа один предмет. То есть за день мы могли обработать 3-4 предмета. Да, это было сложно, все уставали, но на завтрашний день это просто вот эта жирная точка. Все, вся команда готова к экзамену. И в тот момент вы как лидер, вы как член этой команды, да, вы как, даже если вы студент, да, вы все равно чувствуете вот эту, так скажем, радость, что вы сделали все возможное ради своей небольшой семьи, с которым вам придется учиться год. Как волк-одиночка, в институте можно учиться. То есть вы один, никому не мешаете, ни с кем не ходите, сами учитесь. Если сможете, то пожалуйста. Но жить как стая и жить как одна большая семья, то это абсолютно другая тема. Поражения, проблемы, барьеры вы преодолеваете вместе. И, конечно же, победы вы празднуете вместе. Это не описать словами, вы должны это почувствовать. Представьте, что вы провели мастер-класс со своими друзьями, да, вот, со своей командой. И в конце дня вы просто сзади просто похлопать. Мы делимся горем, мы делимся весельями, мы делимся радостью, мы делимся и поражениями, и победами. То есть это такое чувство, когда вы преодолеваете этот путь вместе. Например, мне выпала такая честь, что попасть с большинством количества моих близких друзей в одну группу. И это очень здорово. А сейчас уже на третьем курсе я знаю своего каждого друга, своего каждого товарища по группе. То есть мы как команда, мы как семья. Ребята, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, поставить лайк, оставить также свои комментарии и поделиться этим видео со своими друзьями. С вами был Абдумалик Кахаров, генеральный менеджер проекта Whiteboard и просто ваш друг. Прокачивайте свои мозги. До скорых встреч!